Росавиация продлила запрет до 4 августа на полеты на юг России. Под запрет попали 11 аэропортов. Самый главный для нас это Краснодар, Геленджик, Анапа и, конечно, Симферополь, Крым. Летать самолеты сюда не будут, ну, мы как, в принципе, и не ожидаем. То есть все просто, скорее всего, до конца спецоперации не будет никаких полетов. И не ожидайте этого. Но я переживаю по поводу того, что у нас просто стало нереально много машин. Машины везде. Такое ощущение, уже скоро будут зарабатывать парковщики гораздо больше средств, чем те люди, которые сдают для людей вместо койки. И это связано с тем, что ну, поезда, конечно, привозят людей, но пропускную способность линий ЖД не увеличить. Самолеты брали, наверное, чуть ли не в 2,5-3 раза больше народу привозили к нам. И сейчас все едут в Москву. Посмотрите, парковочное место возле гостевого дома. То есть гостевой дом находится от моря, но здесь вот все забито машинами. Потому что если раньше забивалась передняя часть, и там было жутко, то теперь жутко везде. Я вчера в Витязево приехал к другу, да, к Джадику в гостиницу, и машину поставил чуть ли не за 1,5 квартала от этого места, потому что там все было в машинах, везде одни машины. И все люди едут там на машинах. Такие дела. На Черноморском побережье, вот сейчас вот в пик сезона, на календаре у нас сегодня 28, не чувствуется совершенно того, что стало меньше людей. Даже вот видите, у нас вот сдаю жилье и все, и пустая трасса, там, ну вон еще один стоит. Когда я заезжал в Крым, там полностью вся дорога была вот в этих сдаю жилье. И вот смотрите к Симферопольскому шоссе, и здесь все просто пробок, все в машинах, их везде очень много. Стоит как Симферопольское шоссе на въезд в Анапу, так вот отсюда сбоку мы стоим и будем сейчас ехать в этой пробке аж до самой Анапы. Жуть пол. Людей у нас очень много. Но пробки прям убивают, на самом деле, все желание, чтобы курортный сезон продолжался. Но в любом случае, мы радуемся и благодарим всех тех, кто выбрал в этом году приехать к нам. Всем, ребята, пока, хорошего настроения, приезжайте обязательно, отдыхайте. У нас сегодня море плюс 20.